И добро пожаловать, ребятки, мы возвращаемся в игрушечку Little Miss Fortune. Это у нас третья серия. Короче, остановились мы на том, что нам надо попасть... Так, фу, знаешь, ну же я видел документальный фильм о хот-догах, и теперь... Я не хочу есть эти хот-доги. Так, окей. Вау, это чё за чувак такой? Офигеть! Короче, нам надо попасть в какой-то парк... Вау! Пронзительный. Прошу прощения, я лишь хотел над тобой пошутить. Слушай, так еще раз, я закрою глаза и не буду ничего видеть. Офигеть, какие чуваки ходят. На ходулях. Короче, знаете что? Нам надо попасть в парк аттракционов, как-то... Фантасмагория, как-то так называется. Так, карусель... Ну, я думаю, карусель нам нафиг не сдалась. Так, ты чё? Поехали. Вот нам надо сюда, хоррор-хаус. Сюда? Хоррор-хаус? И поехали дальше. А чё в хоррор-хаус? Прежде чем уйдем, не хочешь воспользоваться своим билетом? Ах, да, мой билет, конечно. Так, я думал, там дальше есть продолжение. Так, ну знаете, давайте пойдемте вот на карусельке, я так думаю. На карусельке. Все-таки она девочка, так что давай на карусельке. Посмотрим на этих милых единорогов. Смотри, детеныш милого единорога. Это твоя семья. Поздоровайся. Смотри, какой у нас единорог классный. Поздоровайся, хорошо? Теперь скажи пока-пока. И мы пойдем. Кто помнит, вблизи единорога он реально прикольный. Так, хочешь потратить свой билет на эту? Ну... Поехали на эту. Да, ну что ж, приятной поездки. Окей. Так, ну вот мы и катаемся. На единороге. Касценочка редко они бывают, конечно. Прикольный единорог. Ну, кто видел в первом... Ой, что нас тошнит? Короче, кто видел первую эту серию, мы там единорога брали с собой, он реально прикольный вблизи. Оу, мне нехорошо. У меня крутится голова. Может, тебя стошнит? Мне бы хотелось, но поездка прошла слишком быстро. Было весело. Ладно, хорошо. Вдохни глубже, скорее тебе станет легче. Вдыхает. Ага, хорошо. Хорошо. Теперь пошли, найдем лодку. Да, нам надо лодку. Лодка. Я в порядке. Окей. Укачала нас не маленько на этом, как его сказать, карусельки. Ну реально, хоррор прикольно, но я все-таки. Вау, Хиро. Это тот чувак, ну если кто помнит, японский какой-то там у нее воображаемый дружбан. Прикольно. Так, вау. Смотри. О, здесь куча игр, я могу сыграть в одну. Ну, конечно, ты должна сыграть в одну, прежде чем мы отправимся на лодке. Мне нравится здесь. А тебе? Кому нет? Хочу сыграть в игру сейчас. Да, давай вот. Какую? Смотри, все о лисах. Это прям как специально, чтобы... Не знаю, гоф пулемета. Это бесплатно? Я хочу сыграть. Я прошу, сыграй. Играй сколько хочешь. Да, мы это сыграем, если нам дадут. Посмотри, теперь с настоящими пулями. Чё, реально с настоящими пулями? Шикарно. What the fuck? Вау. Вообще, оу. Я сломала игру. Твою, что ж, мать. Окей, можем в эту сыграть? Да го вот эту. Смотри, я получу призовой билет, если выиграю. Я сыграю. Давай, вперед. Мне не терпится узнать, о чем она. Окей. Так, эти лисят такие же, как Бенджамин. Это опасные лисы. Представь, что они украли твое вечное счастье, и бей их, бей. Так, вау, о, тихо, о, тихо. О, ой, блин, я промазал. Так, о. Давай. Ой, ой, блин, я промазал. Я промазал, блин, я не выиграла.
Ты можешь попробовать сколько пожелаешь. Так, я думаю, нам надо билет выиграть, да? Да, давай сыграем снова. Так, сколько надо до билета? Окей. Оп! Давай. Оп. Ах ты ж, мать твою! Промазал один. О, ес, выиграли билетик. Все, бро. Отлично, мы выиграли. Есть, я победила. Отличный удар, неудача. Так, все, нет, мы идем. У нас есть билет, все, мы можем прокатиться, я так понимаю, на этом, на ужастике, да? Окей. Поехали на ужастике прокатимся. Это же сюда билет? Окей. Так, поехали к ужастике. Я уже использую свой билет. Я не могу прокатиться здесь. А погоди, а для чего это нам тогда? Мы же... Это не билет разве? Это вроде не билет, ребята. Окей, поехали дальше. На, что-то выиграли какую-то штукенцию. О, смотри, мы можем что-то потратить, мы можем... Так, там кукла, давай-ка... Я думаю, гадалки нам нафиг, это какая-то фигня там. Давай вот это. Так, золотая шоколадная монета, милая юбочка и кукла. Ох, слон, посмотрим, что я могу получить. Так, ну, ладно. Это золотая шоколадная выглядит вкусно, возьму ее. Блин, нам что, еще раз надо играть, что ли? Ну-го. Так. Ух, так. Окей. Отлично. Я знаю, кто восхитительно в этой юбочке. Вот наш единорожек. Та-дам, держи, единорог. Ты похож на милую леди. Вот, я про него говорил. Смотри, какой классный единорог у нас. Такой с зубками. Так, достали мы 3 билета. Все, отлично. Идем выигрывать ту куклу. Как из «Ведьмы из Блэр». Я помню, смотрел фильм «Ведьмы из Блэр». Там были вот такие куклы из сена. Так, так, все, поехали, раз, два, три, четыре, все, круто, снова одна из этих кукол, хочу ее. Реальность, превратившая в то, чего дитя желает больше всего. Окей, мне нравится желание. Что ты выбрала? Ничего. Кстати, она мистеру голосу не говорит о куклах, это очень интересно. Окей, поехали дальше. Какие у нас там еще дальше будут штуки, брюки? А, на лодке. Поехали. Вау! Ты кто такой, дядь? Посмотри на эту лодку, она похожа на черного лебедя. Разве не круто? Очень круто. Очень круто. Ага, и не говори. Как бы лодка отвезет тебя в нужное место? То есть к дому Бенджамина? Да, это лишь за одну золотую монету. Мы выиграли. Я получила награду, эту сладкую шоколадную монету. Она подойдет? Я не думаю. Что это? Чё? Не, видишь? Нет, видишь, все прям. О, то потом, ну что ж, ты готова к отплытию? Да, уплыть на лодке. Поехали. Это будет так здорово. Так, надеюсь, нас не атакуют пираты. Или кракен? Что такое кракен? Ты поймешь, если увидишь. Не, расскажи мне теперь, любопытно. У нас нет на это времени, неудач. Просто забудь. Ох, теперь я буду постоянно об этом думать. Все, поехали, смотри, с какой скелетончик нас мистер Смертушка отвозит куда-то. Куда это мы плывем? Оу, кракен. Если ты покажешься передо мной, я тебя увижу. Если я тебя увижу, я пойму, что это ты. Милый кракен, покажи передо мной прямо сейчас. Оу, что такое этот чертов кракен? Эй, это место очень тихое. Здесь можно разговаривать? В общем, я тут подумала. У кракена можно погладить. Знаешь как? Некоторые гладят собак, некоторые кошек. А я хочу погладить кракена, если это возможно. Конечно, я слышала, его можно приманить рыбкой. Рыбой? Но у меня нет при себе рыбы никакой. Видимо, я не поглажу кракена. Кто помнит? Вау, опять эта рыба. Рыба с моста. Думаю, он счастлив, потому что я его спасла.
Понимаешь, я его спасла с моста. Помнишь? Да, это мы делали в первой серии. Да, я помню. Видел, как он меня целовал в губы? Потому что он влюблен в меня. Потому что я его спасла. Меня кто-то любит? Привет, загадочный человек. Ты везешь меня к дому Бенджамина? Знаешь, к голубоглазому пушистому лису, который оказался великим художником, украсившим мое счастье. А, укравшим мое счастье, да, он украл наше счастье, забыл же. Кажется, не хочешь об этом говорить. Мне кажется, это робот тупо. А почему ты собираешь монеты? Заплатишь за кров и еду, верно? Миндач, просто оставь его в покое. Оставьте скелетиков в покое. Не хочет с вами говорить. Он такой тихий вообще. Ты любишь суши? Ну, я знаю про суши, потому что у меня есть друг-призрак из Японии. Кстати, ты говоришь по-японски? Мне нужно кое-что перевести. Знаешь, что это значит? Криводукадуса, как-то так. Знаешь, ты не знаешь? Да. Знаешь, я когда не была на улице так поздно. Ты выходишь так поздно, один каждый день? Ты будешь со мной шоколад... Оп, что я не могу? Твою мать. Прекрати болтать. Ты чё, живой? Ах, почему я должен перестать болтать? Ты чё, живой, бро? Ты загадочный человек, куда ты идешь? Ты живой, что ли? Скелет-то живой был. Он умеет плавать. Эй! Вот что происходит, когда маленькие леди задают слишком много вопросов? Ты заставляешь людей хотеть утопиться. Перестань, я уверена, с ним все будет в порядке. Офигеть, скелет-то живой оказался. Смотри, мы приплыли. Ну, либо это ее воображение. Этот скелетон. Такой классный. Так, окей, приплыли мы. Куда там? What the fuck? What the fuck? Смотри, там человеческие останки. Гляни, это кладбище игрушек, говорю тебе. Как скажешь, неудача. Там скелет, там человеческие останки, смотри. Уже темно. Очень даже темно. Мистер Голос, ты здесь? Ау. Что здесь не так? Что-то тут совсем не так. Что случилось, мистер Голос? Что ты имеешь в виду? Оно близко. Прячься, скорее. Я не знаю, во что ты играешь, но если ты меня напугаешь, я закрою глаза. Да, бананенько, бананенько. Хиро? Тот, кто не знает, кто такой Хиро, это ее воображаемый японский друг. Он живет в Японии, все дела. Так. Так, окей. Кстати, у него такое интересное имя, какое-то французское, там, интересное, какое-то итальянское, и довольно-таки прикольно нашу главную героиню зовут, я, конечно, уже не вспомню, черт подери. Опять мы упали. Ох, черт возьми, моя ножка застряла. Так выбирайся, блин. What the fuck? Только говнюк какой-то. Это монстр, мистер Голос. Ты видишь его? Это что за хрень? Звук борьбы. Давай, давай, давай. Ребятки, я жму. Оставь меня в покое. Вау, ты хренел совсем. От чего ты бежишь? Это был лис? Я почти уверен, что это был лис. Нет, это мой... Это монстр. Я видела его снова. Ты не знаешь, о чем говоришь. Нет, знаю, я видела его. А сейчас мы свалимся куда-то во враг. Ты чё? Лис? Не делай никаких резких движений. Опа! Притвориться. Так, давай-ка притворимся мертвой. Так, сейчас что-то будет. Смотри, проверяет нас. Лис проверяет нас. Живы ли? Опа. Не трогай. Я своим грязным лапами. Животное. Прекрати. Ты бот гнешь. Чё ты опять? Не уходи, Бенджамин. Опять лис удрал. Лис все время удирает от нас, уже как третью серию удирает. А мы все его догнать не можем. Прошу, неудача, остановись. И выслушай, мне нужно тебе кое-что сказать. Если ты продолжишь бежать, то сильно пострадаешь, а я этого не хочу. Ты слишком важна. Но я хочу найти Бенджамина. Он был добр ко мне. Поверь мне, он опасен. Прекрати бежать, пожалуйста. Мистер... Давай продолжим бежать за Бенджи. Он украл наше счастье. What the fuck? Ты чё? Офигеть! Серьезно, ты не понимаешь, как я сказал, если продолжишь бежать, то сильно пострадаешь. Жесть!
Ага. Понимаешь, я бы мог выразиться более конкретно. Например, перейди медвежий капкан, остановись или пострадаешь. Но мне захотелось сразу перейти к сути. О, понятно, спасибо. Опять этот камень дурацкий. Так или иначе, кто оставил здесь этих... Тут же нет никаких медведей, но я не хочу указывать пальцем, но это определенно был лис. Фига, откуда у лиса капкан такой жирный? Кроме того, этот лис мне не нравится. У меня то, что вызывает лисофобия. Да, я клянусь. Теперь давай снова сосредоточимся на вечном счастье. Окей, ладно. Окей. Так... Кстати, о чем блестки-то? Давай блестки. Вау, круто, смотри. О, это мне напоминает Бабси, помнишь? Оказывается, я Бабси Мишку в тайном месте. Да. Он бы очень расстроился, я бы узнал об этом, понимаешь? Эти медвежные капканы, они плюшевый медведь. Он живет в мире фантазии, где не существует медвежьих капканов. Если он отправится в лес, он увидит это и не поймет, что может умереть. Теперь я вижу, как медвежий капкан убивает Бабси. Вот так оно бывает, он мертв. Бабси мертв. О чем ты говоришь? О, Бабси, ты не слушаешь. О, Бабси, ты не слушаешь, пошли дальше, неудача. Прощай, Бабси. Пойманы смертью всеми делами, ага. Так, чего вот это, что за вакханалия какая-то? Я не очень... Посмотрим, что здесь сказано. Что это, здесь ничего нет. Опа. А, мы вставляем камушек. Он застрял. Окей, что тут? Сила света, прайм миф, растворит скверну мира духов. Окей. О, правда? Интересно. Окей. Все, я думаю, там... Нафиг нам. Уже мы, короче, использовали камень. О, кукла, вернись назад. Блин, там кукла была. Итак, неудача, у меня есть несколько вопросов к тебе. Ты готова? Да, я готова. Замечательно. Теперь будь честный и подумай, прежде чем отвечать. Первый вопрос. Ты веришь в волшебство? Я думаю, да. Мы верим в волшебство, у нас очень великое воображение. Да, конечно, верим. Да, мама и папа кричат, и ухожу в свое тайное место. И там они никогда не пьют сок и кричат на меня. Это волшебно. Не считаешь? О, да, конечно, мое милое дитя. Следующий вопрос. Второй вопрос. Ты мне доверяешь? Я думаю, да, потому что он нас и мог спасти от медвежьего капкана и так далее. В своей голове я слышу только тебя. И я доверяю своей голове, так что да. Я очень рад это слышать, неудача. Что ж, ладно, теперь третий вопрос. Ты боишься смерти? Я думаю... Да, я думаю, каждый боится смерти. Да, боюсь. Я не знаю, хочу ли я быть мертвой. Это слишком загадочно, понимаешь? Что если я смогу взять с собой... Ну, я думаю, ты узнаешь, когда умрешь. Какой-то странный вообще. Похоже, будет гроза. О, нет. Хоть бы дождь был не сильный. Не люблю, когда мои ноги мокнут. Я же маленькая леди. О, папа. Эй, посмотри на это. Кажется, мы на месте. Бенджамин! Сохраняй спокойствие, Нюга. Я спокойно. Я буду на стрёме, пока ты ищешь внутри улики. Я уверен, что лис спрятал вечное счастье. Здесь, опа, тут лис изображен. Походу мы... Что за хижина, если увидишь лиса? Беги. Хорошо. Короче, это походу вот лисовское, как его сказать, логово. Я так понимаю, да? Это его... О, похоже, Бенджамин хорошо рубит деревья. Наверное, он очень мускулистый. Блин, мускулистый лис, это, конечно, вообще эпически было. Смотрелось бы. Жесть. Будь храбрый, неудача. Чё, это хорошо. Я смотрюсь. Я смогу найти свое вечное счастье. Если оно у Бенджамина, я попрошу его поделиться с нами призами, и все будет хорошо. Так, окей. Смотри, тут отсылка. Видишь этот синий столик, где телек стоит? Внизу, короче, Sega. Я на такой еще рубился в детстве. Это было круто, реально. Там вставляешь кассету и играешь. О, видеоплеер, круто. Так, какой-то видеоплеер, погоди. Окей, посмотрим. Фильм
Бенджамин в телевизоре. Это какой-то монстр. О, пленка полетела. Проклятие, я сломала кассету Бенджамина. Какая-то дичайшая кассета. Окей, может, я смогу его починить? Так, блестки. Давай. Счастье видеоплееру. Все отлично. Что это? Какой удобный диван. Это дневник Бенджамина. Так, давай-ка почитаем. Дневник Бенджамина. Давай, может, он что-то пишет там. Интересно. Я лишь взгляну на секунду. Так. Автор Бенджамин Йоханнелиус Рыжий Лис. Я знал, что его зовут Бенджамин. Круто. Мне предстоит опасная миссия. Миссия должна быть выполнена. Для этого я тренировался, нервничаю, но в порядке. У меня есть исследование и большая уверенность. Я перемещался из Сендри в Пандору, когда появлялся туман. Бенджамин из Open Fields говорит по-своему, что у него есть акцент. Мне нравится это в лесах. Я собираю вещи и иду. Нет информации о том, как я долго оставаться. Я арендовал хижину до тех пор, пока работа не будет сделана. Моя задача важна. Босс говорит, в городе много жертв. Мне нужно мужество. После долгой прогулки в тумане я прибыл в город, называется Open Fields. У городка хороший лес, хижина очень милая, есть телевизор, кухня. Я сплю на диване. Я украшаю хижину, рыбные шарики страстно пахнут. Съел грибы в лесу. Я освежаюсь после сна. Пытаюсь найти паразита. Так, чего? Я освежаюсь после сна, пытаюсь найти паразита. Не нашел. День первый провал. Где? Паразит, говоришь? А какой паразит? Многие жертвы пропали. Без вести в игре паразита. Без вести в игре паразита. Я не смог помочь. Как эти жертвы? Какие игры? Бенджамин боится паразита. Какой-то паразит. Я так понимаю, это, походу, мистер Голос наш. Возможно. Грущу. Я отправил сообщество сообщение боссу. Некоторые жертвы не приходят в Сендерсе. Сеннер Сэйди. Я вижу паразита, он напугал меня. И не есть больших грибов, животных живот болеть и много газов. Нехорошо. Но есть? Не есть этот гриб снова. О, жесть. Грибы, серьезная угроза, мне нехорошо. Опасный гриб. Я остался дома колоть дрова, делать чай, суп из корней. Хороший вкус. Я делаю куклы и рисунки для жертвы. Если она их видит, хорошо. Паразит опознан. Морго-код. Он любит играть. У меня есть руководство с шагами. Мужество завтра сейчас отдыхать, пока живот не станет лучше. Ох, бедный Бенджи. Но чувство боли в животе, только газы, я выходит в город помогать пропавшим жертвам. Блин, конечно, Лис, он пишет вообще так, и моя, кто не понимать, вот так. Короче, Марго знает, что я здесь. Марго много раз играл старый трюк, но я ошибался на жертву. Может слышать его голос в своей голове, когда жертва неудачи, хороший кот. Босс говорит, Морга нельзя ее получить, однажды быть спасной. Следующий шагам, я как Морга принял форму страшным пропавшим. Голос. Это тот монстр. Босс послал мне какой-то морга. Это монстр, я так понимаю. Босс послал мне сообщение, следит за домом жертвы. Я сплю вне дома, прячусь. Мусорки не смог найти паразиты. Смог я не вытащить, большая проблема. Неудача наблюдать за мной, странно. Почему она видит меня, у нее большие глаза. Я убежаю чувствовать тепло в животе. Может снова грибы еще получат. Я видел, как Марго снова играла. Старый трюк. Кстати, а что там? Зацени палку Бенджи. Окей. Я пробовал посох света, проймив в лесу весело. Он, кстати, на этим посохом настыкал, когда мы упали. Я чувствую смелость, что он помогла неудаче. Так. Да, я знаю, о чем. Так, это она, он пишет. Я снимал на видео, как собирал дрова, и пришел паразит, но теперь я смел и испугал только чуть-чуть. Паразит, который там вглядывал, ну, кассету мы смотрели, там какой-то чувак вышел. Я сообщил боссу, я сделал этого сегодня, все шаги пройдены, приготовил чай на завтрак, заваленное чувство от чая, травы из леса, я смел, уверен, сегодня я готов. Короче, отлично. Такой дневничок у нас, довольно-таки прикольный. Опа, что это? Музыка? Похоже, Бенджамин любит самообразование. Мне нравится это в лесах. Окей.
Так, что дальше у нас тут? О, фоточка. Посмотри на это. Бенджамин так идет, это шляпа. Блин, Бенджамин реально прикольный лис, реально. Вау, Бенджамин. Мне очень жаль, что я сломал твой видеоплеер, но ты украл вечное счастье. Оно было обещано мне, если я пройду игру. Я очень хочу вернуть. Мы можем его разделить, если хочешь. Так, куда ты опять? Ты боишься грома, Бенджамин? Не волнуйся. Можешь взять меня за руку, если хочешь. Не, он убил. Чё, да? Что ты? Что, это поцелуй? Да действительно происходит? Что это? Твой дневник. Извини, что я расстроил тебя, прочитав его, но мне было любопытно. Так, ты боишься монстра из своего дневника? Кажется, я тоже его видел. Смотри, какая у него ручка прикольная. Так. Так, окей. Но чувство боли... Да. Понятно. Монстр, это плохо. Вот этот мод, ты не сможешь спрятать этих детей. Бежим за ним. Следовать. Давай следовать за Бенджамином. Короче. Ты спасешь меня, Бенджамин. Словно я девушка в беде. Поехали за ним. Поехали за ним, бро. Что-то какой-то большой дядька ходит. Так. Офигеть. Бенджамин? Куда ты ушел? Окей. Что это? Что за вакханалия? Вау! Это за картиной есть дыра! Вау, секретный проход, хей! Так, пройти. Не могу дотянуться. Я же маленькая леди. Так в смысле? Окей, не могу дотянуться. Да в смысле? Ты же не... Блин, что, табуретку что ли эту? Возьми табуретку. Ага, такая умная маленькая леди. Все, давай, 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 давай. Там какой-то дядька ходит, тебе самой не страшно время с моими навыками ниндзя. Там большой дядька ходит какой-то, там было реально очень жестко страшно. Жесть. Успокойся. О май год. Бенджамин, ты здесь? Опа, это что? Капкан какой-то. Значит, Бенджамин поставил их. Но Бенджамин кажется таким хорошим. Капец, может он поставил их для монстра? Наверное, для монстра оставляет. Чё это за вакханалия тут? Консервные рыбные шарики. Это как суши-шарики. Так, отлично. О чем? Кстати, что за ключ? Эта картина с ключом, интересно. Там, она открывается. Ну, мои ниндзя чувства доказывают мне забраться на этот стул. Там наверху, там реально, я вот вижу петли. Все, открываем. Давай. Секретная кнопка? Что за секретная кнопка? Давай нажмем. Я не знаю, что это вызов. Хорошо, тогда я нажму на эту кнопку. Вау, чё ты какой-то чувак? А, мы открываем люк, да? Поехали туда. Да, я сам в шоке. Ха, это было легко. Да, банально, банально. Окей. Опять мы свалились. Я надеюсь, все наладится, когда я верну вечное счастье. Хорошо, неудача. Покончим с этим. Давай, 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 вставай, вставай, вставай. Я жму на все педали. Вставай, неудача. Да хорошо, давай, с тобой уже. Ты меня достаешь. Опять? Да ну тебя. Я жму на все педали. Давай. Я уже сбивали с ног же. Давай. Вставай, там дядька ходит большой, тебя он сожрет, блин. Если ты будешь ходить, там вот это как вам. Марго какой-то там непонятный монстр, я уже не помню его имени. Вставай! Нам за Бенджинами нам надо идти, он нас спасает, вроде как. Хотя он убегал все эти другие серии. Сколько тут на клавишу пробел, интересно? Жать, ты маленькая леди неудача. Все, поехали. Поехали, 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 бро. Поехали. Заходим. 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 Так. Okay. Вау, хорошо. Я снова снаружи. Есть кто-нибудь, Бенджи, мистер Голос? Похоже, я одна. Ага. Мы одни. Что это? Так, давай блестки.
Ах, олененок, так мило. Так. Сбылась моя мечта. Так, а, ну все. Все. Я глажу олененка. Не знаю, зачем пустил блески, но просто мне так показалось. О, это же сумка Бенджамина. Бенджи, ты здесь? Должен быть, он в беде. Я очень тебе разочарован, неудача. А вот ты где. Эй, ты не видел Бенджамина? Кажется, он в беде. Ты не слышала, что я только что сказал? Я очень в тебе разочарован. Мистер Голс, пожалуй, хватит поиграть в игры. Ты врал мне все это время, а это отстойно. Я тебе доверяла. О чем ты говоришь? Я прочитала то, что Бенджамин написал в своем дневнике. Прочла все. Это ты забираешь детей. А я не герой этой игры, так? Похоже, вечное счастье было ложью. Прекрати нести чушь. Мы должны продолжить играть в мою игру. Ты меня не заставишь? Нет, заставлю. Прекрати! Тогда поиграй со мной. Тебе нужно найти вечное счастье. Я дам тебе подсказку. Она дома. Ждет тебя. Меня тошнит от этого вечного счастья, но больше мне не нужно. Ты не сможешь так говорить. Это нарушит правила игры. Ты меня слышал? Я больше не хочу вечного счастья. Я не стану терпеть такое поведение. Я буду ждать тебя дома. О, папа. Нет, скажи мне, где Бенджамин? Что ты с ним сделал? Вау! Черт, монстр! Бери, что это? Посмотрим, что внутри. Так, может, тут есть подсказка, где искать Бенджамина? Какая подсказка у нас? Опа. Так, давай сначала записончик. Для студентов университета технологии Sensor D, курс защитника трехступенчатого руководства уничтожения существ из мира духов, введение, поскольку ультрареалистичность формируется в тесной взаимосвязи. Понятно. Так, о, это очень загадочно. Отлично. Так, чё вот кукла? В конце концов ты поймешь, что уже заключил сделку. Офигеть. А это чем? О, это же Бенджамин, ой, какой хорошенький Бенджамин-то наш. Это ребенок Бенджамин. Как мило. Да, хороший Бенджамин. Так, окей. Все, поехали нафиг отсюда. Так, блестки. Отлично. Мы как бы починили сумку, отлично. Поехали. Поехали дальше. Он сказал, мистер Голос ждет нас дома. А что за мистер Голос и что он... Как он выглядит? Ну, я так понимаю, это вот... Ты чё, охренел? Лис, ты чё, офигел? Лис офигел совсем, он куда-то отходил, либо прятался, либо следил за нами. Что ж, пожалуй, вернусь домой, на поезде. Да, поехали домой. Так. Окей. Хорошо, я подожду здесь. Ожидание, ожидание, еще совсем немного. Ладно, поговорю сама с собой. Вау! Смотри, это мы в средневековье. Итак, неудача, как твои дела? Не, у меня был очень странный день. Я видела монстров, я видела кукол, видела Бенджамина. И тогда я пошла в зоопарк, и все было повсюду. Я потом поняла, что мистер Голос не лгал. Он забрал Бенджамина, и теперь я одна. Мне не нравится быть одной. Надо, похоже, у тебя был адский день. Удача. Поезд здесь. Это была приятная беседа, неудача. Поговорим позже. Вперед, девочка. Окей, все, подъехал наш поезд, я так понимаю, садимся и езжаем домой. И нас там ждет мистер Голос. Конечно, вообще это немного стрёмно, но я не знаю. Опа, это наш друг, как бы воображаемый. Так, едем мы, окей. О, мы же раскраску брали в первой части, так? Окей, смотри, мы можем поразукрашивать, отлично. Так, вау, смотри, вот так, давай вот так поразукрасим. Я не знаю. Давай вот так. Блин, я выхожу за рамки. Окей, вот так рисуем. Клево.
А что будет, если мы разукрасим полностью? А, у нас полностью что-то разукрашивается, окей. Стрим мы можем вот так вводить всячески, у нас это разрисовывается картинка сама одним цветом. То есть у нас воображение вообще класс, вообще прям рулит. Окей, отлично. Окей, так, как бы же тут закрасить вот этот уголок, вот этот. Окей. Что будет, если мы вот закрасим? Наверное, нам надо закрасить раскраску полностью, тогда мы получим что-то. Так, окей. Окей. Я не знаю, я все разукрашиваю вот так. Вау, вау. Давай. Немного неудобно, конечно, но ладно. Блин, у меня уже рука устала разукрашивать все это дело. Так, кстати, а что это дальше там? Как это? Вау, смотри. Давай так поразукрашиваем. Вау, смотри, какой классный. Вау, вау, вау. Так. Окей, рисуем, рисуем, рисуем. Рисуем, рисуем. Бро, рисуем, окей. Окей, окей, окей. Вот сюда. Вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот так. Все, мне кажется, мы круто вообще поразукрасили. Все. Эх, я не чувствую себя вдохновленный. Вау! Привет, Кира! Я тебя не узнала. Какое совпадение, что ты на моей... едешь в том же поезде, что и я. Знаешь, у меня была серьезная ссора с этим глупым голосом в моей голове. Но я не думаю, что это просто голос. Я уверена, что это монстр. Я видел это в книге у Бенджамина, действительно жутко. Так, когда-нибудь слышал голос моей головы? Кири, вот досаку. Вау, что за хрень сзади нас? Я знаю. Что за хрень? Ты, это монстр. Что за сзади за хрень? Так. Что-то по-японски там говорит нам. Что-то. Так, давай закроем свои глаза. Это воображение наше. Я не знаю, жалко, что мы не помогли Хиро, но, блин, мне кажется, надо закрыть глаза. Это наше воображение, ребятки, так что мы тупо закроем глаза, и все пройдет. Так, отлично. Вот мы и приехали, я так понимаю. Окей. Выходим. Надеюсь, я увижу Хиро снова. Интересно, что монстр с ним сделал? Теперь мне придется идти домой. Одной. Это в последний раз, когда я следую за голосом в моей голове. Будь здесь Бенджамин, он бы пошел со мной. Печально. Да, все печально. Так, окей. Уже очень поздно, нам надо вернуться домой, я так понимаю, да? Смотри, смотри, уже компания тут какая-то интересная. Капец. Прошу прощения. Я к вам обращаюсь. Хорошо, если вы так относитесь к маленьким леди, то катитесь к черту. Окей. Так, а это мы домой, что ли, вернулись? Так, окей. Это мы так вернулись домой уже быстренько. Отлично. Хм, где машина? Папа снова ушел. А чё, реально, где машина? Так, бро, какая-то... Ну чё, заходим? Чё-то меня смущает этот красный свет. Ух, но она говорит, что ей это нравится. Мама, я вернулась. Ау! Окей. Пришли мы домой. Что это за звук? Бенджи? Окей. Поехали дальше. Какой-то звук непонятный. Вообще. Смотри, как весь пустая квартира.
Эй, мама, Бенджи. Что здесь произошло? Вау! Опять это... Поздравляю, ты добралась до конца моей игры. Оставь меня в покое. Я ищу маму и Бенджамина. Но для тебя нет вечного счастья. Мне уже все равно. Конечно, тебе все равно. Ты знаешь, что оно нужно твоей маме. И это твоя ответственность. Да, наверное, ты прав. Отлично, отлично. Ты готова к новой игре? Если я продолжу играть, ты вернешь мне Бенджамина? Пожалуй, верну. Но только если ты действительно будешь играть. Хорошо. Великолепно. Тебе понравится моя новая игра. Что он за игру нам подготовил, интересно? Так. Мы вернулись в самое начало игры. Это неудача. Она замечательный ребенок из не очень замечательной семьи. Да, это мы все знаем с первой части и также с демки. Погоди минутку. Разве я уже не делала этого? Что? Нет! Это неправильно! Затем ты говоришь что о том, что я сегодня умру. Что, кстати, совершенно неправда. Подожди, прекрати говорить, пожалуйста. Так, мы будем играть в другую игру или что? Я не понимаю. Если ты дойдешь до конца игры, я дарю тебе вечное счастье. А затем ты говоришь по рукам? Я говорю, да, прекрати все портить. О, вечное счастье? Сделки не будет. Замечательно, потрясающе. Ты готова? Подожди, что? Никакой сделки, никакой... Нет, как насчет, что если ждет тебя в коридоре? Ждет Лиз в коридоре. Если игра о Бенджамине, о том, как ты оставишь меня в покое, я сыграю. Да-да, конечно, я обещаю. Ты знаешь дорогу. Окей. Так, ну что, мы идем сюда, что ли? Ладно, я сыграю в игру в последний раз. Какая игра, ты о чем? Че, опять вазу собирать, что ли? Ох, нет, только не снова. Ты обещал, что будет не так, как в прошлый раз. Это был прекрасный пример причины и следствия. Нет, ты не врал. Ты наврал. Я больше не хочу играть. Прекрасно. Позволь мне придумать новую игру. Чё за новая? Новая игра. Тук-тук. Кто там? Нет, я больше не хочу играть с тобой. What the fuck? Какой тук-тук? Тут ё-моё кувалды вышибают дверь. Ты пугаешь меня? Прекрати. Оставь меня в покое. Так, ребята, если что, я готов бежать. Вау, ты чё, ты чё, ты чё? Мы можем... Всё, короче, наш мистер Голос разозлился. Мистер Призрак Голос разозлился. Господи, у меня там еще что-то упало. Что здесь произошло? Моё тайное место, оно не найдет, он не найдет меня там. Давай, быстрее в тайное место тогда. Быстрее в тайное место, бро. Сейчас же открою эту дверь, неудача. Нам предстоит сыграть в новую игру. Нет, я уже тебе сказала. Я не хочу больше играть с тобой. Милый единорог. Прошу, забери меня в свое радужное королевство. Кто там такой? Значит, теперь мы играем в прятки. Мне нравится эта игра. Нет, оставь меня в покое. Что ж, к твоему сведению... Моя игра единственная, что держит тебя в живых. Это еще одна твоя ложь. Я буду жить вечно с Бенджамином. И ты ничего не сможешь с этим сделать. Не, могла бы ты прекратить говорить об этом Лисе. Он все время пытался забрать тебя у меня. И его уродливые картины. Уф. О нет, не говори так о моем Бенджамине. Знаешь что? С тобой покончено. Я хочу, чтобы ты ушел. Прямо сейчас. Ты понятия не имеешь, что происходит. Это не последняя игра, в которую мы играем, неудача. Это только начало. Да твою мать, что это за копыта? Это реально дьявол, что ли, блин? Ты глупое дитя, очередная игрушка в моей коллекции. Охренеть, это, я так понимаю, наш мистер Голос. Он вот так выглядит.
ты моя навечно. Мне надоело, что ты хулиган. Ты увидишь, Бенджамин вернется и спасет меня. Нет, мы заключили сделку. Ты пересекла путь, и теперь ты моя. What the fuck, отстанет меня. Бенджамин, пришел Бенджамин за нами, ура, ребятки. Все-таки спасение. Бенджамин. Да. Бенджамин. Как ты здесь оказался? Ты ничего не сможешь сделать, она принадлежит мне. Посох. Посох, у него посох специальный есть. Бенджамин. Офигеть, тут вообще какой-то Warcraft происходит. Жесть. Смотри. Офигеть. Давай, Бенджамин, смоги. Нет. Все, короче, сми. Бенджамин. Офигеть. Вот это круто. Я так понимаю, мы что, победили? Так, что дальше? Окей, домик. Вау, там мы лежим. Все стало как прежде. Бенджамин спас меня. Бенджи, ты здесь? Так, погоди, кукла. Марго близко. Разуй глаза. Он тот голос в голове, что сводит тебя с ума. Ну, теперь я знаю, как называть мистер Голос. Так, что за окном? Бенджамин, ты вышел на улицу? Так, поехали. Я думаю, он там где-то. Бенджамин, ты где ты? Так, окей. Наша склеенная ваза, все норм. Так. Мамаши нет, что-то. У нас дверь открыта. Окей. Мама. Ты, кстати, 11 октября указано тут. Офигеть. Офигеть. Окей. Так, добро. Хорошо. Вау! Это наша мама. Мама. Я вернулась. Это полицейский там. Мама, не игнорь меня. А, мы же не сказали маме, ты сердишься, потому что я не смогла достать для тебя счастье. Это же наша мама наша ищет нас в полицию, то, что мы пропали. Что происходит? Мама. Жесть. Должно быть, это дурной сон. Погоди, а что еще? What the fuck? Нас не ищут, нас сбила тачка. Нас тупо сбила тачка, ребята. А это мы в виде призрака. Офигеть. Машина вывернула. И полный пиздец. О нет, что я наделала? Тихо плачет. Да, жалко. Бенджамин. Эх, Бенджи, ты вернулся. Я думал, что потеряла тебя, боже. Это что, наша будет концовка вот такая плохая, что ли? Что, все это происходит? Неужели это будет плохая вот такая концовка, что мы мертвы, мы в виде призрака, вот Бенджи проводит нас в мир духов. Я так понимаю, да? Бенджи, подожди. Ты забираешь меня в другое место? Я не имею ничего против, но сперва мне нужно поговорить с мамой. Так. Окей. Мама. Я отправляюсь в другое место. С Бенджи, понимаешь? Он лис, который мне нравится. Я маленькая леди, знаешь? Вот кто я. Блин, это самая грустная концовка, твою мать, вообще. Похоже, какое-то время я была твоей маленькой, но теперь ты должна сама найти свое счастье. Капец, это самая грустная концовка. Я буду всегда тебя любить.
Окей. Это самая жесткая грустная концовка, ребятки. Просто жесть. Я так понимаю, это наш иной мир. Мы туда сейчас отправляемся. Жесть. Нас била тачка. И вот такая и вот такой исход жесткий. Аж и плакать хочется. Подожди, стой, Бенджамин. Куда мы идем? Бенджи? Блин. Может, все-таки надо было в начале этого, как его сказать? В начале... Смотри, когда мы бежим, у Лисика такие зубки прикольные. О, песик! Я так рада тебя снова видеть. То есть песик, что ли, мертв тоже, походу. Подожди меня, песик. Походу, пес мертв тоже. Это кто еще такие? Чувачочки. Бежим. Это кто еще? Куда мы бежим-то? Я не понимаю вообще. Как капец какой-то, ребята. Вау, жуки. Жук похож на свинью. Офигеть. Блин, лис такой прикольный, когда бежит, реально. Это реально круто. Так, не расслабляемся, бежим, бежим, бежим. Вау! Чё за хрень? Вау! Так, бежим дальше. Офигеть, мистер Скелетик, приветик. Собирает что-то, какие-то желуди, что ли, ягодки. Так, поехали дальше. Офигеть. Ох, здесь очень холодно. Эх. Это что такое? Давай позвоним. Кот с четырьмя головами, капец. А вау, ты что за штуки? Песочные часы, вау. Ну что, можем пройти дальше? Окей, поехали. Чем лис оставил наш. Повсюду вокруг беды исчезают в глубине тумана, ты его победишь. Похоже, игра мистера голоса кончена. Че, дядь? Ты куда? Да ладно, ладно, бежим. А че? Окей. А, вот. Вау. Кто ты? Я маленькая леди, неудача. Вот кто я. Леди, неудача? Да, можно сказать так. Хорошо, заходи. Мы ждали тебя. Жесть. Поехали. Блин, кот с четырьмя головами. Это жесть, офигеть. Вон придумывали жесть. Так куда? Что это за место? Интересненько. Все, ребята. Мы прошли игру и получили очень жестко грустную концовку. Окей. Вот, ребятки, вот так закончилась игра. Нас сбила машина. И умерли, и попали в иной мир. Да, жалко. Очень грустная игра, очень грустная. Но все-таки смотри, мне кажется, хоть мы ее и прошли, но мне кажется, стоит, наверное, сделать какую-то серию. Игра мне понравилась, очень хорошо. Конечно, она короткая в своем плане, но все равно, нормас. Знаете... Мне кажется, надо сделать этот, как его, четвертую серию в плане концовок. Как бы получить, у нас же беды и следствия, как бы,
и как бы сказать маме, что мы ушли, как бы хочется хорошую концовку получить. Так что пока на этом закончим, подписывайтесь на канал, с этим видео, ставьте большие пальцы вверх, и давай пока-пока.